Сегодня в городе-курорте по лицензии работают порядка 1000 таксистов. Как уже было сказано, 10% из них получили лицензию в прошлом году. Еще порядка 600 машин работают нелегально. Рейды будут продолжены и в текущем году. Вместе с тем, на стадии рассмотрения в Госдуме закон, который запретит агрегаторам сотрудничать с водителями без лицензии. Она выдается на автомобиль. Будем мы не в одном лице понуждать, перевозчиков получают специальное разрешение, ну и в том числе со стороны агрегаторов будет на них какое-то воздействие по получению разрешения, то есть по легализации, по выходу из тени. Проблема небольшая. Для того, чтобы получить разрешение на осуществление данной деятельности, необходимо зарегистрироваться в налоговой инспекции по месту регистрации и обратиться в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, предоставив копию свидетельство о регистрации на транспортное средство, копию паспорта, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и оплатить госпошлину в размере 4000.